Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 96-й серии турецкого сериала «Мои братья». Ранее мы увидели, как Шеваль никак не могла смириться с тем, что ее семья распалась. Ее переполняет гнев и ненависть в отношении Сузан. Она считает, что это именно та женщина, которая разрушила ее жизнь и довела все до того, чтобы Ахмед развелся с Шеваль. Наступил важный день, когда Ахмед и Сузан должны были пожениться. Но Шеваль в этот момент не бездействовала. Она подстроила аварию для невесты, но не смогла предвидеть того, что в этот момент в машине будет находиться и близкие люди для самой Шеваль. Сараб стал меняться в лучшую сторону, и у него только начинает налаживаться отношения с Омером, а также остальными ребятами. Для ребят наступил новый учебный год в университете. Ахмед погиб во время аварии, и Омер очень сожалеет о такой потере. Ему бы очень хотелось, чтобы они с Ахметом проводили больше времени вместе. А больше всего Омеру хотелось, чтобы они с Ахметом нашли друг друга намного раньше. Шенгюль сочувствует Сюзан и видит, что она сложно переживает утрату Ахмета, ведь она потеряла его в тот момент, когда они только поженились. В отношении Сузан начинает возникать подозрение. И есть такие, кто считает, что она могла родить Омера не от Ахмета. А именно так считает Шеваль. Когда это услышала Шенгюль, то не сдержалась и набросилась на Шеваль. Сарб посоветовал Омеру спросить Сюзан о смерти брата. Премьера 96-й серии турецкого сериала «Мои братья» состоится 16 сентября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.